Poštovani prijatelji, ja pre svega želim da vam se zahvalim svima što smo se danas okupili na 77. godinu od pobjede nad fašizmom. 9. maja pre 77 godina ruska vojska je ušla u Berlin i stavila tačku na jedan sumanuti režim Adolfa Hitlera. Međutim, sve ovo što viđamo poslednjih godina nam pokazuje da fašizam i nacizam nije mrtav i da naša borba još uvek traje i da će trajati još mnogo godina. I fašizam i nacizam su jedno zlo koje izrodile ideologije. Mi kao jedan pravoslavni bratski narod ćemo uvek stojati u ovaj i uz, naravno, ruski narod i sve žrtve nam teško pade. U svakom slučaju, želim da kažem da treba da nastavimo, da poštujemo ideale i one heroje koji su svoje živote položili na braniku otadžbine. Naše očeve, djedove i sve one koji su sebe dali i ugradili u slobodu. Danas smo se našli ovde kod naša dva heroja, Spasića i Mašare, koji su nam pokazali kako treba da se postave glavne staze ovaj slobode. Oni nisu želeli da se predaju neprijatelju, nego su se žrtvovali za viši cilj i ideal, dakle za slobodu. Ja vas još jednom pozdravljam, nadam se da ćemo sledeće godine se okupiti još u većem broju, jer samo brojnošću možemo da pokažemo da je put naših očeva i djedova bio ispravan. Hvala vam još jednom svima i živjeli. Dame i gospoda, dragi družija, pozvolite vas всех в первую очередь поздравить с великим праздником, с Днем Победы. Это праздник, который объединял все народы Советского Союза. Эта победа стала, наверное, величайшей в истории человечества. Именно Советский Союз заплатил, наверное, наивысшую цену за то, чтобы мы сегодня могли жить в мире без фашизма. Более 27 миллионов человек погибло. Из них 19 миллионов – это гражданские, которые погибли просто потому, что их причислили к русским, украинцам, белорусам, к каким-то народам, которые недостойны жить. Сегодня мы должны помнить о том, что наша великая победа – это в первую очередь победа над человеконенавистнической идеологией нацизма. И сегодня мы обязаны не просто помнить то, что произошло в 45-м году, что мы выиграли эту войну, но и то, что сейчас мы не можем позволить себе, чтобы эта идеология нацизма возродилась, чтобы людей убивали просто потому, что они кем-то были сочтены недостойными. Еще раз с праздником! Я очень рад, что сегодня собрались здесь и русские, и черногорцы. Все те, для кого слова «Великая Победа» являются не пустым звуком. И, конечно же, очень приятно, что сегодня мы здесь видим лица тех, благодаря кому, в общем-то, сегодня мы, наверное, с вами и живем. Еще раз спасибо большое. Праздником! Днем Победы! Ура! На высокий берег, на крутой.
песню заводила, Рассыпного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма не легла, про того, которого любила, про того, чьи письма не легла. Ой, ты песня, песенка девичья, приведи за ясным солнцем свет, и мальцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.